Кира. Тока-бока! Доченьки, доченьки! Ну и музыка у вас играет. Ха! Ну совсем дожили. Ой-ой. А, это что такое? Мамочка, мамочка, что случилось? Ну как это что случилось? Ты только посмотри сюда. Ух ты, сколько игрушечек, мамулечка. Да ты что, издеваешься что ли? Это что такое? Кто устроил этот бардак из игрушек прямо в зале? Мамулечка, это точно не я, это сестренка нелюбимая. Ну конечно, я так и знала. Это что за беспредел? Воспитываю, воспитываю. Вот сейчас папа выйдет с туалета, такого ремня тебе даст. Ой, мамулечка, ну ты такая смешная. Папа никогда меня не бьет. Ты что, совсем забыла что ли? Ага, конечно. Еще как он тебе по жопе надает. Не надает, надает. Не надает, говорю. А я говорю, надает. А ну-ка, хватит спорить. Быстро, обе. Взяли и все игрушки перенесли в свою комнату. Или сейчас соберу и в мусор выброшу. Мамулечка, ну не надо, пожалуйста, в мусор. А? Это же еще хватает наглости такое мне предъявлять. Как это не надо? Если здесь все забито игрушками, вы только посмотрите. Ни малейшего свободного пространства. Девочки, последний раз вам говорю, соберите все игрушечки и отнесите в свою комнату. Ой, мамулечка, но это не я раскидала их, и не я. Это ты. Нет, это ты. А я говорю, что ты. Нет, это ты. Оп, мне уже дурно становится. Ну-ка, хватит ругаться. Девочки, дружненько взяли и все игрушки перенесли в свою комнату. Либо они у меня пойдут в мусорку, все. А, да, кстати, я хотела сказать, что сейчас ухожу в парикмахерскую. Буду себе новую причесочку делать. Сегодня будет вечер, на который нас с папой позвали. Так что вы дома останетесь одни. Быстренько прибрали все игрушечки, мне некогда. Девочки, пока. Оп, мы вдвоем останемся. Ну конечно, с тобой, с Дурехой, я должна оставаться. Давай убирай игрушки. А я пока пойду в компьютере поиграю. Ну нет уж, так не пойдет. Мы обе должны убирать игрушки. Мама же сказала, так что давай, вставай. Пошли прибираться. А вот и не буду. Как это не будешь? Я сейчас маме все расскажу. Иди, я бита ковядина, я бита ковядина. Не буду и все тут. Вообще я буду в компьютере сидеть. Ты меня поняла? Ну все, все, хватит, хватит ныть. То-то же. Пошли прибирать игрушки. Хорошо. Как же ты мне надоела. Ну чего встала? Давай носи игрушки. Отойди. Какая же ты все-таки злюка. Это ты злюка. Давай игрушки носить в комнату. Ты их раскидала. Не я их раскидывала. Ты тоже их раскидывала. Все равно ты нелюбимая дочь. Ты виновата во всем. Да ты надоела мне. Везде меня только и винишь. Большую часть игрушек ты принесла. А мне-то какая разница. Все равно ты должна была их убрать. Это твоя обязанность. А? Нет уж, дудки. Надоело уже, отойди. Сама отходи. Не засоряй мой рабочий стол. Это не только твой рабочий стол, но и мой тоже. Отстань, сама отстань. Вот сюда пока будем складывать, потом приберешь. Ага, сейчас вот. Ксилофон-то тебе зачем? Мы уже выросли давно. А ты все играешь в него. Это что за наглость? Чего ты стоишь? Все, я больше не буду прибирать. Ну и не прибирай, я сама. Отнесу все в комнату. Мне совсем не сложно.
Тун-тун-тун-тун-тун-тун. О! Ах ты, моя любимая игрушечка! О! Ничего подобного, это моя игрушечка! Нет, это моя игрушечка! Это моя игрушечка! Нет, это моя игрушечка! Все, я с тобой больше не дружу! Надоела ты! Ну и не дружим! Ты и так со мной практически не играешь! Ой, кто-то звонит? Алло! Алло! Да дуреха ты! Никто это не звонит! Это ты сама на кнопочку нажимала! А, понятно! Ну ты весь стол завалила игрушками! Ну что это такое? Ну а что я сделаю? У нас некуда их складывать! Ну значит нужно коробочку у мамы попросить! Значит нужно! Потом она придет с парикмахерской и попросим. Это сюда. Давай, так и быть, помогу тебе. Мой любимый мышонок. Ой, какой же ты классный. Я тоже его люблю. О, это моя игрушка. Ты вон с той свиньей играйся. Она тебе кстати. Да отстань ты. Ничего не кстати. Я мышонка тоже люблю. Он вообще-то на тебя похож. Такой же хомяк. И синий. О, да я тебе сейчас как тресну, чтобы не говорила всякие гадости мне. Бе, идем дальше убираться. Надоело уже. Это ты мне надоела. Так, вот еще рисуночек. Рум-пум-пум. Рум-пум-пум. А вот это вот не мое. Это мамочка здесь шапочку мне вяжет. А! Ничего подобного! Это мне мамочка вяжет шапочку, а не тебе. О, мне она обещала связать, а тебе она новенькую купит. О, ну ладно тогда. Наверняка мне крутую шапочку купит, а тебе так себе свяжет. Ну и что? Это тоже хорошо. Это что такое? Это палочка от ксилофона. Сюда ее. Так. Машинка моя любимая. Такая она классная. О, это вообще-то моя машинка тоже. Да что ты затеяла, моя. Это наша общая машинка. Все игрушки общие. А вот и нет. Большая часть игрушек это моя. Это мне мамочка с папочкой купили. Они тебе, зануди и грязнули. О, это ты, зануда, и грязнуля. Тьфу на тебя. У меня уже от тебя мозг кипит. А меня от тебя тошнит. На, забирай свою машинку с лягушкой. Бе. Вообще, не буду с ней больше никогда дружить. Лучше мультики посмотрю. Это не то. Это тоже. Вот, красивый мультик про котика. Кстати, он тоже сидит, грустит. Ну и злюка же у меня сестра. Не нужна мне такая сестра. Иди, мышонок, садись здесь. Я пока поиграю в машинку. Дюх! О! Что, в машинку будем играть? А, нет, это просто она у меня укатилась. Ну, давай я тебе ее назад откачу. Тюх! Ладно, лови. Всю. Ну, что ты так далеко кидаешь? Она укатилась слишком далеко. Я не поняла. А тебе что, трудно несколько шагов сделать и назад ее откатить? Давай мне назад, кати ее. Не трудно, мне просто не кидай так сильно. Ты же видишь, у нас здесь панорамное окно. Разобьешь еще, естественно, я буду виновата. Ну, конечно, ты. Не меня же во всем винить. Я вообще-то честная девочка. А ты вот обманщица, врунья и засранка. О, сама ты засранка, обманщица и врунья. Вообще-то обманщица и врунья это одно и то же означает.
Что ты повторяешься? Других аргументов нет. А? Есть еще как? Еще ты болтунья и вообще ты плохая. А? С чего это я плохая? Я хорошая. Что я тебе такого плохого сделала? Я же правду сказала, не кидай слишком далеко, слишком сильно. Потому что здесь окно. Мне что, теперь вот здесь стоять, чтобы окно защищать? Ну и стой там, в чем проблема? На, лови. Чух. Можно бы и потише кидать. Ну а ты слабачка еще. А? Сама ты слабачка. Я беспокоюсь за окно, потому что мне из-за тебя попадет. Чух. Чух. Все, мне надоело играть. Ой, мне тоже. Лучше вон про котика буду смотреть. Ну и смотри, а я пойду в компьютер играть. Мышонок, иди сюда, игрушка тоже. Еще и картинок мне понакидало здесь. Стул подальше. Да что такое? Ой, в компьютер интереснее играть. Здравствуйте, у вас сегодня свободно? Ну да, перерывчик у меня тут небольшой. А можно мне, пожалуйста, причесочку поменять? Конечно, пройдемте сюда. Садитесь. Ох, только чтобы я была сногсшибательна. Ну конечно же будете сногсшибательной. Какую вам прическу? Давайте подбирать. Нет. Ну вам что-то все не нравится. Листайте дальше. Нет, нет, нет. Может, вы мне опишите характер мероприятия, на которое вы собираетесь? Ну, это будет такой вечер. Тогда вам нужна собранная прическа. Возможно. Нет, нет. Ну, что-то здесь какой-то детский лепет. Пересядьте тогда на вот это первое кресло. Хорошо. Может, эту? Ну, давайте попробуем. Так, пойду посмотрюсь в зеркало. Что-то скучновато. Можно что-нибудь другое? Хорошо. Ну все, здесь ничего не нравится, идемте сюда. Ах. Нет. О, такие прически даже есть. Ну, конечно. Нет. Фу, ужас. Кошмар какой-то. Ну вот и все, вариантов больше нет. Давайте еще разочек. Давайте попробуем вот эту. О, ой, кошмар! Я вся волосатая. Нет. На обезьяну похоже. Смешно будет. Давайте здесь. Может, вот эту? Ну, нет. 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 Ох, никаких нормальных причесок. Давайте вот эту. Хорошо. Ну, в принципе, вы суперски выглядите. Ой, даже не знаю. Давайте тогда перекрасим волос. Хорошо, в какой цвет желаете? Ну, я даже не знаю. Можно я сюда сяду? Как скажете. Какой-нибудь миленький цвет. Хорошо. Чтоб не испачкать ваше платье. Замечательно, замечательно. Все-таки какой цвет желаете? Какой-нибудь очень яркий, красивый, но в то же время сдержанный. Все, понял вас. Угу. Так. Посмотрите. О, супер! Мне все нравится. Ну тогда все готово. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания. Это, вы там не забудьте на кассе расплатиться. Ну, конечно же, за кого вы меня принимаете? Я ваш постоянный клиент, между прочим. Доченьки, я вернулась. Ух ты, мамулечка. Ты такая красавица. Да, мамулечка, ты супер выглядишь. Ой, девочки, спасибо большое. А где ваш папа? А он до сих пор с туалета не вышел. А? Он что, с ума что ли сошел? Папа наш обкакался. Доча, это что такое ты говоришь? Это же неприлично. Нужно пойти проверить. Может быть, он там уснул. Как это всегда и бывает, в принципе. А? Молодцы, девочки. Вы прибрали все игрушки. А, это моя пряжа. Пока что сюда нужно ее убрать. Пойду тогда посмотрю, где наш папа. Мамулечка, мамулечка, можешь, пожалуйста, нам коробочку какую-нибудь дать, чтобы мы туда игрушечки сложили? Коробочку? Хм, да, у меня где-то была коробочка. Сейчас дам. Вот, девочки, возьмите вот такую коробку. Ух ты, мамулечка, она такая огромная. Куда вам ее бы поставить? Мамулечка, она же не влезет. Ой, она еще такая тяжелая. А можно поменьше что-нибудь? Но зато она детская. Давайте попробуем ее переместить. Ну вот, доченьки, посмотрите, она нормально здесь смотрится. Открывайте и все игрушечки туда складываете. Ух ты, здорово! У нас теперь игрушки не будут валяться. Ну что, ты не хочешь никак? Ой, да палочка. Вообще-то вы давно уже с ксилофона выросли. Чего это он у вас до сих пор есть? Ну да, мам, ты права. Но она никак не кладется в коробочку. Ну что это такое? Какая-то палка противная. Ой, да давайте я ее в мусорку уже выброшу. Тоже мне нашли проблему. Спасибо, мамулечка. Ой, доченьки. Ну все, вы тут играйте, а я пойду пока папу проверю. Папа, ты где там? О, он сидит, даже свет не включит. Это что такое, папа? Ой, дорогая, я что-то задумался. Ух ты, какая у тебя суперская прическа. Да уж, спасибо, папа. Я ушла в парикмахерскую. 2 часа меня не было. И прихожу, а ты до сих пор в туалете сидишь. Папа, фу, между прочим, мог бы и смыть. Ну хорошо, дорогая. Вот и все. А теперь обязательно прими ванную. И нужно собираться. Скоро мы идем на пригласительный вечер. А, какой еще вечер? У меня дел полно, никуда я не пойду. Дорогой, а ну-ка не бычься. Сказано пойдешь, значит пойдешь. Нас еще на прошлой неделе пригласили. Ты что, забыл, что ли? Эх, блин, ну хорошо. Сейчас ванную приму и выйду. Только, пожалуйста, в ванной не усни. Пойду девочкам наказание дам, что нужно будет делать и чего не делать, когда мы уйдем. А ты пока давай ванную принимай. Хорошо, дорогая. Отнеси, пожалуйста, книгу. Хорошо, давай, со своими книгами носишься. Ох. Девочки! Мамулечка, ты что, тоже начала читать книжечки, как папа? Нет, это папа попросил меня книгу убрать. Ох, этот папа. Подожду, пока его здесь. Тьфу ты, с этой палочкой ношусь до сих пор. Девочки, мы сейчас уйдем. Пожалуйста, мои дорогие, ведите себя хорошо. Не балуйтесь, никуда не лазайте, хорошо? Хорошо, мамулечка. Ура! Мы одни дома будем. Ура! Будем в игрушки играть допоздна. Никаких допоздна. Мы допоздна, между прочим, с папой не будем. Всего лишь 2 часа. Нас не будет дома. Потом мы придем, чтобы вы сладко спали в кроватках. Хорошо, мамулечка. Ура! Ха, надеюсь, все будет хорошо. А вы, дорогие ребята, обязательно ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, пожелания, свои довольства и недовольства. И ждите новых серий. Пока-пока, ребятки. Пока!